На прошлой неделе Rockstar Games впервые затизерили декабрьское обновление для GTA Online, начав ремонт в боковой части казино-отеля Diamond. Разработчики расставили такие объекты, как поддон с кирпичами, комплект досок, фонарь и занавеска с предупреждением «Внимание! Ведутся строительные работы». Уже тогда стало понятно, что вплоть до выхода апдейта Rockstar будут и дальше расставлять разнообразные объекты на карте GTA Online, дабы привлечь внимание игроков к скоровыходящему DLC. Собственно, так оно и вышло, игроки долго искали новые спрятанные подсказки от Rockstar на всей карте GTA Online и наконец-таки нашли. На пляже Веспуччи был обнаружен труп с проломленным черепом, а также с небольшим кейсом неподалеку от него. Если честно, вообще нет идей, к чему этот намек от Rockstar, почему труп валяется на пляже, как он связан с ремонтом казино, я не знаю, чуваки. Форумы пока в раздумьях, поэтому будем ждать, возможно, что-то выяснится. Ну а сейчас предлагаю пробежаться по новой бонусной неделе, скидки, акции, бонусы и все в этом духе. Лучшая подготовка к обновлению – это набор «Все за 500» в моей группе по прокачке. Любое количество денег, любой уровень и полная накрутка персонажа со 100% гарантией от бана. Переходи и заказывай, пока набор не подорожал. Прямо сейчас, прокрутив колесо удачи, можно выиграть суперкар Overflot Outarch. Именно он до 26 ноября будет крутиться на подиуме в здании казино. Автомобиль продается на сайте Legendary Motorsport за 1 955 тысяч долларов. В гонках машина хоть и среднячок, но в умелых руках спокойно может занимать первые места. В общем, пользуйтесь гличем на бесконечной прокрутке колеса удачи, дабы выбить себе этот автомобиль на халяву. Ссылочку найдете в описании или в подсказке сверху. Что касается бонусов, тройные выплаты денег опыта за все задания супер яхты. Круто, можно пофармить, ибо задания там супер легкие, зарабатывать с каждого вы будете примерно 80 тысяч баксов. Втрое больше денег опыта за все наземные гонки. Тоже довольно неплохо, любители погонять, welcome. Двойные выплаты за режимы противоборств в казино Diamond. Я не фанат, противоборства не люблю, но знаю, что за них неплохо платят, поэтому кому интересно, залетайте. Вдвое больше денег опыта за режим бегущий ремикс. Прикольная заданица, позабавиться с друзьями самое то. Ну и напоследок двойные выплаты денег опыта за задание от Джеральда. Как раз если вы не проходили его относительно новые миссии под названием «На покой», сейчас самое время. Что касается скидок, 40% на Динка с Сугой и Progen T20, 30% на Труфей, Тракс и абсолютно все лодки в магазине водной техники, включая яхты и весь ремонт для них. Ну и 40% на все лазерное оружие в Амунации, добавленное в обновлении «Битва на арене». Безумно интересно, что же все-таки задумали Rockstar, с чем связаны все эти намеки, что это за непонятный труп на пляже Веспуччи Бич, я обязательно буду держать вас в курсе событий, поэтому если вы новичок, обязательно подписывайтесь на канал. Кстати, сейчас мы активно занимаемся пабликом ВКонтакте, ежедневные новости GTA Online, киберпанка, технологии и многое другое. Ссылочка само собой в описании, но я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит, совсем скоро увидимся.